Здрасте, здрасте всем. Ребятки, срочный вопрос. А кто занимается заправкой кондиционеров автомобильных? Если кто-то есть такие, мне вот что-то я вспомнил, что у меня же 110-ки есть кондиционер. Хочу заправить. Ребят, позвоните, напишите, приедьте, заправьте, пожалуйста. Ну что, суббота, и мы тренируемся. Отлично, газу, газу, газу. Ну, что? Ну и, кстати, мы репетируем конфиг РДС. Азия финального этапа, он очень длинный, но очень интересный. Так, это мы куда поехали? Это что произошло? Непонятно. Так, что сейчас-то получится? Лучше. Едем, едем. Так, все, кидай. Отлично, газу, 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 газу. Так, ну что, будет у нас сегодня проезд? Нет? Смотрится максимально зрелищно, кстати. Так, продолжаем ехать. Еще заезд не закончился. И мы продолжаем ехать. Опаньки, перекладочка. И финальная дуга, после которой будет финиш. Все, финиш. Вот другое дело. Вот такой будет у нас этапчик. Всем здрасте. Итак, сегодня воскресенье, план на сегодня такой. Мы уже на Примринге. У нас сегодня работа, дрифт-такси, так что приезжайте в течение дня. Ну, а под вечер уже начнутся тренировочки, причем парные. Будем катать с Алексеем. 110-ик против сотика. Или может сегодня сотика зарядить против сотика. Короче, подумаем, но мы всех приглашаем в нашу дрифт-школу, так что приезжайте. Так, а еще решили на 110-ик под конец лета все-таки кондишечку заправить. В комфорте хочется побыть.